Всем здорово, танкисты! Ну что ж, контейнеры «Плохая компания» у нас закончатся через 4 дня. На Евро завезли мистики, я так подозреваю, что через 4 дня, как раз когда закончится «Плохая компания», мистики завезут и нам. Сегодня мы с вами пробуем, пооткрываем немножко контейнеров «Плохая компания», также ту цепочку приказов, которая была компенсацией за первую трансляцию. На обоих аккаунтах будем открывать, посмотрим, что нам выпадет. Ночью, перед завершением практически ивента на Черного Пса, у меня оставалось еще 6 ключей, я открыл, но так его и не достал. Судя, кстати, по отзывам, танк людям зашел не особо, так что не особо жалею, может быть, достану в дальнейшем. Как по мне, в сравнении фараон намного лучше. На фараоне я иногда играю, он танкует хорошо и играется, и даже против восьмерок. Давайте сразу перейдем к открытию. У нас также остались наборчики «Победный путь». Этот набор сейчас из продажи убрали. Он был достаточно по хорошей цене. Судя по скриншотам в Телеграме, многие из них окупались. Мне из плохой компании толком не выпадало ничего. На этом новом аккаунте выпало два танка коллекционные, но пятерки, к сожалению. Хотелось бы сюда получить уничтожитель. Так, давайте начнем. Откроем огромные бустеры. Это хорошо. Слот в ангаре, топчик. Текс. Уф. Ну, фанок профи. Вот мотоцикл я сюда хочу, мотоцикл. Ой, вообще фиолетовый, ё-моё. Что-то еще есть, осколочки. Давайте все дооткрываем уж тогда. Там их вроде немного. Ой, да ладно, блин, на новый ак, хорошо. На основу, кстати, так не достал и ни один фон профиля, ни один. Ну, давай, мотоцикл, ё-моё, нет. Так, ну что ж, давайте начнем с киберспортивных. Ох, ну, про жепту сюда можно бы встать. Светильник Джека. Тоже фиолетовый аватарчик. Так, ну, кама нормально сойдет. Так, ну что ж, начнем. Давайте с сюрприза. Друзья, поставьте лайк этому видео. Напишите комментарий, что вы открывали, что выпадает вам. Если кто есть на Евро, пишите, как там дела обстоят с мистиками. Кстати, один бесплатный мистик там можно открыть, если у вас есть аккаунт на Евро. Заходите, один бесплатный мистик там доступен. Будет интересно почитать, кому что выпадает. И надеемся, что вскоре завезут их и нам. Так, ну давайте, сюрприз. Йох, восьмерка, блин. Ну, танк такой средненький. Бурраск, здесь он у меня есть. Еще один Бурраск. Еще один Бурраск. Во! Я выиграл, как в аппарата. Три одинаковых, да? Три Бураск. Странно, конечно, что-то очень. Ну, давайте начнем. Нет, давайте вот отсюда. Компенс, если в голде, то будет супер. Хотя, по-моему, в прошлый раз я открывал. А, нет, там просто космос вроде бы Бураск выпал. И там компенс был 1,5 миллиона серы. Ну, давай, Бурасик. 500 голдышки. О, вот это солидненько, полторашечка, это хорошо. Это очень хорошо, фиолетовый. Yes! Такс. Такс, лайкосик, друзья. Надеюсь, компенсация в голде. Давайте глянем. Так, фон профиля. Ну, такой. Да, 3750 голдишки. Плюс полторашечка выпадала и 500. Отлично, отлично. Такс, продолжим. Давайте просто космос. Так, голда фармится. И пятерочка, ох, ну вот это открытие прям меня радует. До этого, падла, не так хорошо. Еще и черный ящичек. И косарик, причем это не за части. Неделя према.
Блин, нормально? На удивление, в этом открытии прям хорошо. 200 голды, ладно. Так. Уничтожитель мне нужен отсюда. Уничтожитель, можно крушак. Можно Титан МК и Мэджай. За них будет компенсация, они не выпадали перед этим. Крушитель, можно Фараона. И уничтожитель, в основном, что я отсюда хочу. Ну давай. Так, мимо. 5 бустеров золота. Такс. Ах, 100 голды, фиолетовая свободка. Сойдет. Ворон. Ворон это у нас на Хельсинга. О, у меня здесь есть Хельсинг, кстати. Нормально, машина не моя, Хельсинг, не знаю, мне он не особо зашел, но в комок оденем, почему нет. Кстати, на основе у меня ворона, по-моему, нет. Ну дай, блин, уничтожителя, ё-моё. Жалко, что ли? Так, не очень интересный кама, ну ладно, 1x5. Докачаю пушку на Е100. Жирно, давай! Так, 1750, но это с компенсацией за части. Так, в целом по голде открыть удалось однозначно. Крылья ночи. Так, что-то я не помню такого камуфляжа. А, это обвес, это обвес. Окей. И последний на этом аккаунте. Такс. 1000 голдишки. Норм. Норм просто. У меня, по-моему, было 4000 голды, если не ошибаюсь. Сейчас 19. Вышли в хороший плюс. Такс. Здесь конты мы все открыли. Идем на основу. Такс. Здесь у меня только конты за цепочку приказов с компенсацией. Тут совсем немножко откроем. Чисто ради интереса. О, тоже слот в ангаре дали. Но у меня их тут с запасом. С огромным. Такс. Ну, может, все-таки сюда выпадет фон профиля в кои-то веки. Ох. Как дома. Неинтересно. Такс. Ну, и парочку киберспортивных. ЛЕКПЗ у меня из этого списка нет на этом аккаунте. Кама X3, 3 сертификата X4. Сойдет. Ну что ж, друзья, вот такое вот открытие. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что выпадает вам. Ждете ли вы мистики, разумеется. На них, судя по сообщениям, очень многие собирали голду. Заходите к нам в Telegram, ссылка есть в описании. Всем пока!